Ну, что я могу сказать? Видите, вон веревка у меня на плече находится. Спасатели же, они даже в командировке являются спасателями. Тут это уже в душе такая сидит. И традиция. Сегодня на пробежке у нас один из кинологов занимается спортом. Бежал с собакой, значит, как бы. И собака у него начала обозначать какую-то местность в траве. Подошел поближе, стал рассматривать и обнаружил, что там колодец, глубина где-то около 5 метров. И в этом колодце находится собака, как ни странно, живая. Ну, не знаю, переломанная, не переломанная. Сейчас оценим ситуацию на местности, посмотрим. В общем, идем спасать собачку. Да, ну, в общем, все как дома. Поехали на ЧС. Да? А что, спускаться-то? Здесь как раз нету 4 лестницы или кухонь. Давай зацепить попробуем. Давай. А там можно. Олега, давай какую съемку хорошую. Собака. Ну, она что-то переломанная. Ну да, проблема точно будет вот. Так, что, есть там? Давай. Где веревка-то? Операция прошла успешно по спасению животного. То есть мы теперь можем себя в наших книжках спасателей записать поисково-спасательную операцию в городе Барнауле. В окрестности. Да, не почему, это же Барнауле, мы в городской черте находимся. То есть выездное мероприятие такое прошло. Успешно. Успешно. Собака не упала в соседний дом. Здесь уже все остается в судьбе самой собаки.